Весной город обновляется, и столичные службы не остаются в стороне от облагораживания города. Так, сотрудники «Северэлектро» принимают меры по улучшению благосостояния столицы. Так, в марте текущего года компания приступила к полномасштабным работам по ремонту, капитальному строительству и техническому обслуживанию электрооборудования. До конца текущего года «Северэлектро» планирует заменить в столице более 50 километров устаревших кабельных линий электропередачи. В настоящее время работы по замене кабеля ведутся на участках улиц Логвиненко-Баканбаева и Тыныстанова-Толгобай-Ата, а также на территории 4-й городской больницы. В течение ремонтной кампании в городе Бишкеке у нас будет реконструировано более 50 километров кабельных линий 35, 6, 10, 0,4 киловольт. Вот сегодня работа проводится в районе 4-й горбольницы для улучшения электроснабжения горбольницы, Республиканского центра крови и прилегающих домов. Так, сейчас проводится замена кабельной линии на участке в районе Бишкекской городской клинической больницы номер 4. Общая протяженность этой линии составляет 520 метров, из которых на сегодняшний день заменено 270 метров. Так, в результате работ по обновлению устаревших линий улучшается надежность электроснабжения на данном участке. Всего в районе больницы будет реконструировано более 2,5 километров устаревшего кабеля. Существующие кабельные линии проложены еще в 1975 году. Срок их эксплуатации давно истек, и мы меняем их на новые. При этом увеличиваем сечение кабельной линии для лучшей пропускной способности кабеля. У нас в бригаде 100 человек, и работу мы выполняем нелегкую. Для прокладки нового кабеля были подготовлены траншеи глубиной 80 сантиметров. Отметим, что на балансе «Северэлектро» находится более 900 километров подземных кабельных линий, из которых за промежуток с 2011 по 2018 год было реконструировано порядка 170 километров кабеля. За этот год в Бишкеке будет проведена реконструкция низковольтных линий электропередач с применением самонесущих изолированных проводов. А навесные ХЛЭП на балансе компании в столице 2,5 тысячи километров, из которых уже прошли реконструкцию порядка 50 километров СИП. Помимо того, в ходе ремонтной кампании в Бишкеке будут установлены 4 дополнительные трансформаторные подстанции. В городе Бишкеке будет отремонтировано 274 комплектных трансформаторных подстанций, 7 высоковольтных подстанций с напряжением 35 кВт. Будет проведена другая работа. Будет произведен ремонт воздушных линий электропередачи 10604 кВт. Там, где это необходимо, будут подтянуты провисшие провода, заменены битые изоляторы. Помимо вышеперечисленных работ, также будут проведены работы по улучшению надежности работы ЛЭП. Для этого энергетики ежегодно проводят обрезку порослей деревьев вдоль линии электропередач. Так, за текущий год в Бишкеке, Чуйской и Талаской областях будет очищена трасса ЛЭП протяженностью более 1000 километров. На все работы в Бишкеке, Чуйской и Талаской областях по ремонту «Северэлектро» затратит более 116 миллионов сомов, а на капитальные вложения более 912 миллионов сомов. Алина Хайдаршина, Нурдан Сергеев, «Пирамида».